Ну и продолжение, то слишком длинное видео то получилось. С книг начнем. Это что у нас? Словарь русского языка. Раньше редкость была. Да, вот она форма. Я такую носил. Ух ты, какой крутой. У каждого в доме такие картины висели, сами там рисовали, выжигали. А тут целая коллекция, вон, фотоаппараты, машинки ЕВМ, электронные часы, мечта. Вот коллекция утюгов. Тяжелые, ужас. Но они тут все в порядке. Вот даже такой есть. Сюда насыпается. Угольки насыпаются. А вот помните, победителю коммунистического труда вот такие ленты, выпускник 96, но это уже после меня выпускались на целых 10 лет. Такие вещи тут, гантели, кто помнит такие. Опа. А вот стиральные машинки. Ну, сейчас поколение даже не знает, какими стирали. Ее в тазик ставили. Вот вода. И так вот вещи терли об них. Вот они вот такие. Вот. Ну, детские игрушки. СССРовские. Куклы. Раньше они даже песни издавали. Солдатская портупея. Вот. Мечта любого. Найдешь подкову на счастье. Такое. Такие были поговоры. Везде на воротах вешали. Вот такие раньше номера были. ТКВ, да, Краснодарский край. Во. 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 Помню я такие. Это Малкиловский перчат? Занимался я этим видом спорта. Выручил меня не раз. Вот. Вот коллекция фуражечек. А вот игрушки мягкие. СССРовские. Вот. Особенно Чебурашку помню. А вот как-то мимо я прошел. Машинка печатная. А это такие веса. А, вот. Все, наверное, помнят. Ныряли. Вот они, утюжки. Ох, какие утюжки. Тысяча 1800. Это, наверное, ценник или что? Не знаю, спрошу. Вот какой. Почти сотовый. Я даже не знаю, у кого такой был. Председателя, наверное, колхоза. Фонарики всякие разные. Под квадратные батарейки. Вот. У многих были такие. Электрощетка, пылесос. О, ушанка. Вот такая вот. В армии у меня была. А ты как я поднимаю вот эти вот? Фуражечка. Ну что, о, флаг какой-то. Это флажок? Флажок, да. А вот еще какие интересные
У нас тут... Смотри, какая колонка, вон огромная. Колонка огромная. Какая обувь. Пусть современное поколение скажи, посмотрит, скажи, в какой ходили. Надо по лужам ходить, да? По лужам? Ну да. Представитель. Вот мне помогает. Охранник. Экскурсовод этого интересного места. А вот какие барельефы. Вот рога. Это такие рога. Да, такие вот у нас у многих висели. Ну, следующее видео, другой зал пока.